Ну что, ребята, всем привет и доброго времени. Наконец-то пришло новое сцепление, полный комплект на моего B3 Passat. Сцепление, ну, так сказать, недорогое. Вот. Можно было взять один только диск, поставить и ездить дальше, потому как корзина у меня хоть и бушная, но рабочая. И выжимной мозги мне тоже не делал. Он был тоже в довольно прекрасном состоянии. Вот. У меня только стерся диск. Вот он мой диск сцепления. Видите, какой он. Стертый-стертый прям в ухнарь. Сейчас я вам покажу то, что вам придет от фирмы Мавка сцепление. Комплект сцепления на B3 Passat. Вот они. Каталожные номера. Так, каталожные 10764. Вот почему здесь 14840, я что-то не догоняю. А здесь 10764. Ну, это, возможно, какой-нибудь свой. Вот. Но все равно. В магазине я его вскрывал, смотрел. Примерно оно выглядит вот так вот. Перчаточки. Перчаточки довольно такие прям прикольные. Наверное, дороже, чем сцепление. Вот. Ну, прям на мои руки, можно сказать. Перчатки. Но можно было бы и чуть поширше дать. Но слой здесь прям хороший у перчаток резины. Прям огонь перчатки. Перчатки огонь, ребята. Вот что вам скажу. Вот, и теперь поехали дальше. Мне самое интересное было, чтобы совпали диаметры. Диаметры данного сцепления. Потому что здесь идет, ну, примерно три вида сцепления. 188, 215 и 200 с чем-то там, чего-то там. Смотрите, вот такой вот диск у Мапка. Пружинки не болтаются. Здесь такое прям, все прям такое. Клепки стальные, тоненькие. Задняя сторона вот такая вот. Вот. А теперь самое интересное, это диаметры. Диаметры, ребята. Совпадут ли диаметры? Диаметры совпадают. Ура! Вот это меня больше всего и беспокоило. Это диаметры. Ширина тоже совпадает. Все прекрасно. Все прекрасно, то, что нужно. Диаметр вала первичного тоже совпадает. И наружный диаметр тоже совпадает. Смотрите, насколько... Какая разница в толщине у дисков. Обалдеть, да? А вот диск. И вот диск. Ну, теперь посмотрим на состояние корзины. О, пока до корзины не дошли, выжимной подшипничек. Теперь уже можно вскрывать, не бояться. Все это наше, все это нам подходит. Все замечательно. Выжимной пластик. Но здесь вот вставки металлические, куда упирается лапка. Посмотрим, сравним со старым. Старый я еще не снимал. Проверим. И сама корзина. Самое интересное, что меня больше всего интересовало в этом сцеплении. Лапки выходят довольно-таки прям высоко сюда. Опять же, на ней нигде ничего не написано, какого она размера и что к чему и как. Теперь надо ее сравнить со старой. Чтобы она подошла. Все, она подходит. Это то, что нам и нужно. На старой, причем вот здесь вот есть 215. Это ее размер. На вот этой вот нету размера. Почему так? Непонятно. И смотрите, как, видите, лапки.
вверх задраны. Ну, здесь они немножко в другом исполнении, чем на этой корзине. Но так, я смотрю, по высоте они... Ну, вот эти вот чуть ниже. Оп, так не видно, вот так. Раз и два. Вот видите? А так вроде как похоже, что одно и то же. Так, теперь мы их прикладываем друг к другу. Ну, что-то я не понял. Немножко... Приложил, оно как будто больше. Нет, все, диаметр совпал. Я аж испугался. Все, диаметр совпал, все отлично, все замечательно. Вот. Здесь, вот видите, как все. Как все прекрасно, как все замечательно. Ровненько и аккуратно. И у меня здесь. На моей корзине примерно все то же самое. Все тоже ровненько. Без особой выработки корзины. Вот. Ну, корзина у меня еще живая, только вот эти вот лепесточки, они здесь уже подтерлись. Вот они, видите, какие тоненькие. Видите, тонюсенькие они у меня тут. Эх, камера не фокусируется. А на новой корзине они уже здесь прям толстые. Вот, вы можете так даже невооруженным взглядом. Вот, видите, можете заметить, да, толщину. Толщину вот этих вот лапок. Во. И старая. Видите, какие здесь тонюсенькие. Вот, видите, вот в этом месте. Вот, тонюсенькие. Это уже стертые. Но при всем при этом, вот эта старая корзина, она бы еще походила. Походила бы и походила. Но я не любитель брать и ставить на свою машину такие вещи. Я лучше поставлю новое, буду знать, что оно новое, буду спокойно ездить и кататься. Вот я даже на те машины, которые покупаю на продажу, я все равно покупаю новое сцепление, ставлю, вот, или там новые другие запчасти, которые машины купил, собрал и в продажу. Вот, я тоже на них ставлю новые запчасти. Я никогда не ставлю вот это вот какофонию, потому что она может сломаться, и потом придется снова делать. Особенно вот это вот сцепление, оно может вот это вот старое сломаться, и придется снова лезть и снимать эту коробку. А снять коробку с B3 Passat — это та еще процедура. Вот. Кто знает, кто сталкивался, те меня сейчас понимают. Вот. Ну что, ребята, а это у нас был обзорчик сцепления, комплекта сцепления от фирмы Мапка. На B3 Passat 215 диаметр. У меня мотор РПшка стоит. 1.8. Возможно, его здесь уже меняли. Я не утверждаю, что оно здесь родное стоит. Я поэтому снял его. Посмотрел диаметр. Заказал новое. Сейчас новое спокойно поставлю. И буду кататься, наслаждаться. Вот, ребят, вот такая вот история. Ну что, а на этом всем добра. Всем пока. И удачи, а комплект вот такой вот. Но когда я его поставлю, я вам еще расскажу подробно о том, как он будет себя вести. А пока это было видео просто о комплектности и качестве. Ну вот, на первый взгляд. Все.